Всем привет! Сегодня у нас с вами есть возможность посмотреть архивную видеозапись английских миссионеров, побывавших в Китае в 30-е годы прошлого столетия. На экране мы с вами видим различные вот эти вот таолу, различные формы, как с оружием, так и без оружия, в одиночном исполнении или в парном исполнении. И что я хотел бы вам сказать. В описании к этому видео приводился следующий текст. Это обычные рыночные вот эти вот торговцы или, как сказать, артисты, кочевники, которые ездили по разным городам, по разным деревням и на рынке таким вот образом зарабатывали себе на жизнь. Это совсем не китайские шаолиньские монахи, это люди, которые изучали различные формы для того, чтобы показывать их публике. А насколько они могут быть, эти формы, эффективными в качестве самообороны или в качестве боевого искусства, я судить, честно сказать, не берусь. Потому что то, как они двигаются, то, как они бегают вот по этому кругу, эти граждане, я не скажу, что особенно, когда человек поворачивается спиной к противнику, это можно назвать самообороной или боевым искусством. Если бы это видео попало где-то на территории бывшего Советского Союза в начале 90-х годов кому-то в руки, то люди с пеной у рта доказывали бы, что это истинное боевое искусство, истинное ушу, которое прошло сквозь десятилетия, сквозь столетия и по крупицам собиралось вот в такую вот копилку, которую сегодня мы с вами имеем место наблюдать. Но вот это вот то, что мы сейчас видим с вами на экране, всего лишь попытка повторить движение животных, будь то птицы или медведи, или быки, или еще кто. Как один комментатор мне сказал, что существует 200 стилей ушу, вы о каком говорите? Да пусть их существует хоть 2000 этих стилей ушу. Ни один из вот этих стилей, показанных нам на экране, не может быть эффективным в качестве самообороны. Разве что может только приносить пользу своим вот этим вот исполнителям в зарабатывании денег на рыночной площади. Вот такие вот дела. Да, и не забудьте подписаться на этот канал и поделиться видео с друзьями. Всем удачи, пока!